И как сегодня стало известно, больницу номер один города Стерлитамака переоборудуют в инфекционный госпиталь. Сейчас медучреждение по решению Роспотребнадзора закрыто на 14-дневный карантин из-за больного коронавирусом. Также выписку и прием пациентов приостановила 21-я Уфимская больница. У одного из пациентов, который находился на лечении с острой хирургической патологией, диагностировали внебольничную пневмонию. Первый тест на коронавирус показал положительный результат. Больного перевели в инфекционный госпиталь. А также тесты на COVID-19 возьмут у врачей, которые контактировали с пациентом. Сейчас больницы проводят дезинфекцию помещения. В штатном режиме клиника заработает завтра. Напомню, карантинные мероприятия сегодня проводятся еще в 4 стационарах республики, в том числе в Стерлитамаке, Октябрьском и Белебее. Всего на данный момент в Башкортостане подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом. 8 человек выздоровели, один скончался от COVID-19.